Улицу Малотобольскую принято было называть торговым центром Барнаула. Вне международных соревнований здесь вновь работает ярмарка в Экостиле, где продают алтайские продукты и сувениры. Пока на Гребном канале идут свои соревнования, пешеходы на Малотобольскую устроили свои. Барнаул – спортивный город. Под таким лозунгом проходит празднование первого дня Кубка мира. Поэтому сегодня большое внимание уделено нормам ГТО. Результаты судьи заносят в протокол, а самые быстрые и сильные могут рассчитывать на заветный значок. Несколько видов. Подтягивания, сгибание рук упори лежа, гиря. Каждый день, помимо развлекательной программы, у нас также подготовлена музыкальная программа. И вечером, вплоть до 10 часов вечера, здесь будут выступать музыканты. Поэтому мы приглашаем как гостей, так и жителей города прийти, отдохнуть, развлечься, послушать музыку. А еще вне турнира пройдут экскурсии по исторической части Барнаула на русском и английском языках. Алтайские туркомпании разработали даже короткие поездки по Алтаю. А вот станет ли после всех этих мероприятий Барнаул не только спортивным, но и туристическим? Анара Шагирова, Александр Андропов. День с толком.